Ой, тоска. Слушай, давай Шуню напугаем, а? Напугаем? Ну да. Шуню зачем? Да просто так, для смеха. Это разве смешно? Ну а как же? Представляешь, она заходит в комнату, а нас нет. Ну, вернее, она думает, что нас нет, а мы из-за дивана как выпрыгнем, да как закричим ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Она как напугается, как завизжит, а потом увидит, что это мы. И всем смешно будет. Не, Коксик, что-то я сомневаюсь. А вдруг ей не будет смешно? Да я тебя уверяю, будет. Такие сюрпризы. Это всегда очень смешно. Ну ладно, давай попробуем. Только мне кажется, Шуню не так-то легко напугать. Ну вот ты, неужели не испугался бы? Я бы... Не, не испугался. Нет, я бы тоже нет, не испугался. А вот Шуня испугается, вот увидишь. Да? Ну, полезли прятаться. Полезли. Под диван. Под диван. Коксик, у тебя хвост не торчит? А? Да вроде нет. А у тебя уши не выглядывают? Не, не выглядывают. Нас отсюда не видно. Да все, молчок. Ждем, когда она в комнату зайдет. А, Коксик, по-моему, я слышу шаги. Идет. Все, притаились. Еще подожди. Может, пора? Ну, куда ты торопишься? Да мне что-то... Это не по себе. А что так? Ну, я подумал. А вдруг это... Ой, не Шуня? Не Шуня? А кто же? Ну, я не знаю. Но, по-моему, это не Шуня. У Шуни шаги такие легкие, едва слышны. Это тяжелые шаги. Слышь, как ходит. Ой, правда, на Шуню не похоже. Ну, ой. Спокойно, Коксик. Ничего страшного. Ну, это точно не Шуня, это кто-то большой и тяжелый. Не очень-то большой и не слишком тяжелый. Ой, а вдруг он нас заметит? И что? Да кто ж знает, что? Ничего не понимаю. И куда ж они подевались, эти зубок с Коксиком? Ой. Ой, да. Ой, Коксик. Коксик, так это же Федоточ. Ой, фух, как же он нас напугал-то. Знаешь... Нам лучше это не показываться и молчать, и вообще лучше не подавать виду, что мы здесь. Думаешь, он на нас рассердится? Да нет, енот может испугаться. Испугаться, Енотыч? Ведь он думает, что нас здесь нет, если мы вдруг... Верно, это может кого угодно напугать, ты прав. Давай еще немного здесь посидим. Да, и помолчим, пока он не уйдет. Эх, и куда ж они его подевали? И спросить некого. Да. О, да вот же он. И как же я его сразу-то не заметил? Ну да, он справочник садовода. Зубок, посмотри, ушел. Ой, Коксик, ушел. Ой, фу. Как же я испугался. Ой, и я. Сначала за нас, а потом за Енотыча. Ага, и я тоже. Да? Да. А ведь ты собирался кого-то напугать. И чего ж ты не выпрыгнул? Да что ты, ноги слушаться перестали. А чего ж ты не закричал? Да что ты, это в горле пересохло. Угу. Ой, у меня. А еще я знаешь, что подумал? Что? Что это совсем не смешно будет, если Енотыч нас испугается. Да, и Шуне тоже было бы не смешно. Пожалуй, да. Мне, Зубок, теперь почему-то кажется, что пугать это вообще не смешно. И мне так кажется. Как хорошо, что мы
Никого не напугали, правда? Правда. А давай больше никого никогда пугать не будем. Да. Ой, слушай, пойдем скорее к Шуне, расскажем ей, что с нами приключилось, а? Пойдем, только сначала с ребятами попрощаемся. А, давай. До свидания, ребята. До завтра. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.